Днепропавловске коммунальные службы косят камыш. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Например, в микрорайоне под гора заросли камыша находятся близко к частному сектору. В случае возгорания огонь с легкостью перекинется на жилые дома и хозпостройки. Потому с сухостоем и камышом борются уже сейчас. К тому же весной это сделать намного легче, чем летом. Такую работу мы планируем провести на 250 гектарах земли, это в черте города. Также в будущем, также для предотвращения распространения огня из-за поджога сухой травы или стихийного огня планируется произвести опашку. Данные минерализованные полосы появятся в черте дачных кооперативов и частных секторов, где ранее были возгорания сухой травы, камыша и поджигания мусора. За 2022 год зарегистрировано 3 крупных происшествия, связанных с загоранием сухой растительности и с дальнейшим переходом на жилые строения. В микрорайоне Копай у нас зарегистрирован пожар стихийной свалки, в результате которой уничтожено 3 частных жилых дома.